Парк Дружба, Северное водохранилище. Да, сегодня 3 мая, очень жарко. Около 30 градусов. Народ здесь немного. Вообще мы обратили внимание, что походу люди разъехались. За город. Тут пляж, самый, наверное, большой пляж северного района. Люди уже некоторые в воду заходят. Сказать, что купаются. Ну, бара, конечно, бара. Взрослых мало. Ну, место такое необычное, интересное. Взрослые загорают, а вот заходят дети. Вода спокойная, внуточки. На небольших волнах покачиваясь. Балдеют. Уже несколько дней нету ветра у нас в Ростове.